Галерея современного искусства во дворе. Дончане доводят до ума дома вдоль центрального проспекта, отремонтированные к евро. Причем художественный беспорядок во дворах наводят энтузиасты, а жители пятиэтажки оплачивают краски. Новая городская достопримечательность создавалась на глазах у Анны Миронюк. Снаружи красивое облицованное кирпичом здание. А так выглядит дом со стороны двора. Неприкрытая труба, висящие провода и незавершенный фасад. Порядок во дворе наводят дончане, собравшиеся через интернет. Саша и Славик взялись за лопату со скуки. Набирают землю для клумб соседей. Я вижу, какой этот грязный двор, и поэтому решил сделать его лучше. И все равно делать нечего. Пятикласснику Саше доверили красить каменный забор. Мальчик второй день помогает с ремонтом двора. Это самые хорошие выходные, я сказал сам. Ну, потому что все выходные не такие были, а сейчас там красишь, помогаешь там всем. Офис Татаха Сабаха находится в этом доме. Бизнесмен подарил волонтерам 4 литра краски. Они делают многое. Красят стены, рисуют эти красивые картинки, высаживают цветы. Превратить дом в арт-объект – идея Яны Логиновой. Она быстро нашла единомышленников в соцсети и даже в ЖЭКе. Благодаря нам немножко доделают фасад, это хорошо, потому что раньше висели провода, теперь этого не будет, будет красивее. Мы покрасили входы в подъезды, заборчики, ну, все, что можно было, ступеньки отремонтировал ЖЭК. Полная реконструкция дома – это обязанность строителей, но директор подрядной компании Юрий признается, что работы на внутренней части дома были запланированы на весну. Так евро! Мы не успеем закончить ни по этому, ни по соседнему дому, ни наш генподрядчик по 6-му и 8-му дому никто не успеет это сделать. Потому что работы мелкой очень много. Среди тех, кто работает во дворе, нет ни одного жильца дома. Хотя несколько сотен гривен они дали волонтерам на ремонт. Мы обошли оба подъезда, но дверь нашей съемочной группе открыла только Олимпиада Федоровна. Я не против, но я не могу помочь, у меня уже возраст. Разноцветную композицию двора завершит картина на стене дома. Эскиз подготовила донецкая художница Полина Кастанда. А волонтеры уже присматривают новый двор для воплощения своих фантазий. Анна Миронюк, Игорь Монастырев, телеканал «Донбасс».